Когда вы становитесь на доску с гвоздями, что происходит с вами? У мужчин первые 20 секунд, если мужчина не спрыгнул, у него очень сильно хочется дать кому-то в морду. То есть возникает агрессия. Ну, особенно по поводу того, кто вас на эту доску поставил. Но если вы серьезно знаете, что это будет для организма болевой шок, и это очень больно, вы с этой агрессией справляетесь. Никого не бьете, ногами не топаете, стоите. У женщин, как правило, нет такой агрессии, сразу хочется сжаться в комочек и закрыть свои внутренние органы. Какие инстинкты при этом работают? Либо борьба с агрессором, либо бегство. Если убежать не получается, бороться не с кем, то это сжаться в комочек, закрыть свои жизненно важные органы, притвориться мертвым, сдаться на милость победителю. После 30 секунд вы понимаете, что не так уж сильно и больно. После 40 секунд понимаете, что можете стоять минуту и больше. После минуты вы можете стоять до 5 минут.